Казалось, ты просто продолжишь идти. Нельзя быть слишком осторожным. Боишься какого-то сумасшедшего. То же самое и тебе. Возможно, кто-то нанял меня, чтобы убить тебя. Где Лерой? Не знаю, слышал ли ты, но я теперь частный детектив. И я видел то, что может тебе быть интересно. Куда идешь? Смотреть фильм. Знаешь, когда вернешься? Просто. Кушай свою пиццу. Хочу купить пистолет. Все равно, как ты это сделаешь. Просто это должно быть сделано завтра. Знаешь ли ты Джеймса Барлоу? Нет. Его нашли сбитым и застреленным в голову. Сбитым и застрелен в голову. Я уже правлю этим делом. Тебе нужен профессионал по этому делу. Я не думаю, что мне нужна помощь. Да, надо. Виш с удовольствием узнал бы, что я знаю. Ты даже не настоящий детектив. Я убил Джеймса Барлоу. Но чтобы я нашел его. Дай мне сейчас пойти на перерыв. Чат. Хорошо. Он был маньяком. Мы начали, значит, закончим. Отстань от меня. Отстань. Я что-то знаю. Я вижу это в его глазах. Нельзя просто так ходить и наказывать людей. Вот был вот такой парень.